Так, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня, я выгляжу соответствующий празднику, 14 февраля. Как каждый знак зодиака проведет 14 февраля? Боже мой, заколебали меня, конечно, с этим вопросом. Понятия не имею. Давайте посмотрим, как вы проведете этот день, тем не менее. Ну, так как у нас все посвящено любовной любви, разумеется, я беру нашу любовную любовь колоду. И мы будем смотреть. И мы будем смотреть это все. Поехали, козероги. Равновесие и единство. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Сейчас. Если у вас уже кто-то есть, то, ну, соответственно, у вас поздравит ваш мужчина или ваша девушка. Ну, так вообще, ну, вот карта опасения. Я даже боюсь, что вы либо в этот праздничек перепьете, либо, ну, как-то слишком перегуляете, что-то вот плохое как будто произойдет в этот день. Да, вот идет осознанность. То ли у вас кто-то... Будьте еще поосторожней с новыми знакомыми, потому что здесь какой-то момент... Сейчас. Я сяду. Здесь какой-то момент, что вы знакомитесь с каким-то чуваком, да, или девочкой, идете на свидание. Ну и в итоге там, допустим, этот человек оказывается мошенником каким-нибудь, или просто психически неуравновешенный, а девочка оказывается такая мошенница тоже. То есть здесь просто вот какой-то трэш-контент, и вы получаете вот такой вот плачевный опыт в этот день. Может быть, это и не связано именно с любовной темой, а связано, что в этот день вот что-то плохое происходит, что-то вы осознаете. Получаете какую-то информацию. Вот, поняли меня? Вот такие дела, козероги у вас. Либо там, я не знаю, домой будете ехать, допустим, и там водитель какой-то неадекватный попадется, и вы будете учиться разговаривать с неуравновешенным человеком, чтобы выжить, ну что-то такое вот. Вот какой-то трэш-контент у вас намечается на 14 февраля. Девы. Тоска и желание. Так. Ой, вы смотрите, вам будет, ну, логично, очень грустно. Вы будете здесь одинокие сидеть, либо вы, в принципе, многие из вас, может быть, ненавидят этот праздник. Какой-то там этот день какого-то там святого Валентина, непонятно, какого-то Валентина непонятного, да? Вот. Значит, вы, мои хорошие, будете просто сначала что-то сидеть, какой-то фигней заниматься, а потом вам кто-то, ну, по посланию должен позвонить, написать, приехать, что-то отправить. То есть вас оповестят об этом дне напрямую. Не просто новостные какие-то паблики, а кто-то вас точно поздравит. Вот. Но я по тоске и желанию, это будет не долгожданный какой-то человек конкретный, от которого вы ждете. Ну, конечно, если у вас там муж, парень, да, вас поздравят с 14 февраля, и то могут забыть, если вы не напоминали там за неделю. Поэтому, ну, так себе пройдет. Ну, так. Либо вы хотите отпраздновать, а вам там скажут ваши вторые половинки, что зачем это праздновать? Затем! Надо! Я вообще не понимаю, куда в отношениях все праздники надо брать в оборот? В особенности любовные дни. Теперь вы не просто секситесь, а в этот день вы конкретно с какой-то целью это делаете. Подкрепление вашей любви. Тельцы. Ревность и собственничество. Поскандалите, можете тоже перепить, будьте осторожны. Либо
вы будете ждать там примирения, допустим, ждете на 14 февраля, вот такой тоже момент может быть. Встреча. Мои хорошие, я все-таки, ну, вижу, что большинство из вас будет с кем-то. Будь это подружка, там, не знаю, парень, девушка, неважно. Вы, короче, куда-то это... Тю! Отправитесь. Но вы там поскандалите. Что-то вам очень не понравится. Либо не понравится, что к вашей девочке, мальчику будет кто-то вечно лезть. Может быть, вам не понравится, что... Что за освещение? Так, буду сидеть, все, мне пофиг. Короче, что-то вам не понравится. Тоже поскандалите. Так, в целом, нормально проведете праздник. Но потом еще будете либо отмаливать грешки, либо, ну, потом он будет стыдно на утро. Вот что-то такой момент есть. Но то, что вы встретитесь и весело проведете из дома в этот день, точно выйдете, это факт. Ну, в плане на встречу какую-то, то есть не на работу там, а вы реально куда-то, ну, вас куда-то позовут. Если вы, конечно, сами откажетесь, извините, блядь. Тут вам, ну, я не... Я вам не помощник. Так, давайте Водолея. Ну, тут секс чисто, раскованный и свободный. Мои хорошие, здесь чисто будет где-то там перепихончик перепадет, то есть встреча ради кекса, либо какая-то супер интимная вечеринка, ну, карнавал, вот что-то такое. То есть здесь что-то несерьезное намечается, для кого актуально. Да, будет вот по изобилию, будут и напитки, и подарки, и поздравления, и поцелуйчики, все-все-все на свете. Вам предложат все. Вот прям бери, не хочу, да, что вообще, выбирай, что ты хочешь. В этот праздник много будет всего, много будет событий, много будет людей, много там каких-то, не знаю, сюрпризов, то есть много всего будет. Весы. Любовь — это секрет. А весы, вы тут какие-то у меня это странные, вы тут походу кому-то питаете чувства тайно. И не можете никак это признаться какому-то человеку, либо признать, что действительно она или он мне нравится. Угу. Ну и, соответственно, по карте спасения вы будете просто забываться либо насчет какого-то человека, запивать тоже своего горя. Вот прям, я не знаю, какой-то праздник грустный. И вы весы об этом напоминаете. Ну, реально, партнер или ваш партнерша тоже, вы почему-то как-то отстраненно друг от друга будете находиться. Вроде как для вас праздник, а вы будете с своими друзьями, он там со своими. Или встретитесь в одной компании, он там куда-то пойдет, и вы куда-то пойдете. Вот что-то такое, я вижу прям разобщенность. И что на вас прям грусть навеет в этот день. То есть большинство из вас, осмелюсь предположить, одиночки, потому что, ну, на вас прям окажет влияние этот день. То есть вы такие, блядь. А где мое? Грустненько будет. И вот прям есть такой момент, что вы действительно скрываете кому-то свою симпатию. Прям отказываетесь это признавать категорически. Даже если вы в паре, весы, в отношениях, то есть здесь что-то есть, кому-то еще чувство. Но сами себе в этом не признаемся. Близнецы. Ой, близнецы, у вас тут какие-то новшества в плане экзотического кекса тоже намечаются. А, прям вы будете очень рады этому празднику, то есть, ну, вам будет весело. Да, денежки, прибыль, то есть за вами либо кто-то ухаживать будет, либо кто-то вам денег просто даст, переведет. А, либо, ну, реально кто-то вас поведет там на какое-то мероприятие, праздник, за вас будет платить. Ну, это нормальная практика для близнецов, девушек, которые любят, что «Я королева! Все для меня делай и ноги целуй! Ох!» Вот, так что здесь прям идет, ну, ухаживание будут.
Причем такие нормальные. Ну, вы прям с головой... Вот этот день в этом году вы прям ощутите вот это празднование, вот это вот веселье от 14 февраля. Вы прям черпанете. Даже, возможно, с вами будет какой-то рандомный человек, вам неизвестный. Но, короче, вы насмотритесь там на парочек и начнете там с ним в десна, да? Вот так. Так, дальше кто? Овны. Ожидания любимые, хорошие. Идеально может 14 февраля с кем-то познакомиться. Ну, либо будете как бы в состоянии, я почти вышла там из депрессии, или вышел, кого-то там отпустил, забыл, чтобы войти во что-то новое, да, дать шанс людям. Но это будет не в этот день. То есть вы, возможно, может быть, с кем-то познакомитесь, а может быть, нет. Но это будет какое-то начало чего-то. Если же вы в отношениях, то вам не понравится, как за вами ухаживать будет там ваша вторая половинка, что ничего там не подарит, вы что-то напсихуетесь, но все равно дадите шанс, что ладно, я тебя прощаю. Львы. Львы, скорее всего, будут тет-на-тет праздновать 14 февраля, в особенности те, кто в паре. Либо вы себе просто кого-то найдете и вот с кем-то устроите вот эту интимную обстановочку, да, закроетесь там, я не знаю, какую-нибудь снимите випку, дома посидите, в рестике, в изолированном каком-то месте. Вот вы прям, да, конечно, куда-то, да, вы прям очень весело, львы, на самом деле, проведете, вам будет лучше всех пока что. Вы самые, ай-яй-яй, счастливые в этот день. Ударилась. Вот. Самые, короче, счастливые вы у меня. Позитивчики. Вам все должно понравиться. Очень много разговоров, вот прям таких глубоких бесед, близких. Стрельцы. Вот стрельцы вас это по безответному желанию, скорее всего, либо кто-то вам сердце разобьет, либо кто-то сольется со встреч. То есть, либо никто, ну, ничего не подарит. Вот выход, да, многие из вас расстанутся в этот день, многие поругаются очень жестко. Прям как будто давно пора было что-то сделать, откуда-то выйти или от кого-то отказаться. Какого-то человека, ну вам грустно прям очень будет, потому что как будто вы по одному видите праздники, там какие-то мероприятия, как они должны проходить, и человек совершенно, ну, соответственно, с другой стороны, да, смотрит на это все с другой точки зрения. И просто вы не сходитесь, потому что, ну, человек по одному празднует, вы по-другому. Человек по одному видит этот мир, вы по-другому, и все. Прям... Грустненько вам будет, вы пока самые такие. Ну, уже какой-то у вас тоже вот трэш-контент. Мне вообще все равно, у меня тоже вот Козерога это. Что-то да, какой-то скандал, что-то какой-то трэш-контент произойдет. Мне вообще все равно. Мне плевать. Так, овны, львы, стрельцы. Дальше кто? Скорпионы. Скорпионы, вы, скорее всего, тоже уединитесь с кем-то по тихому шепоту, либо будете, ну, тоже на какой-то такой интимной вечериночке. Ну, что-то такое есть. Либо будете просто с друзьями проводить время, как-то вот. Я вижу, что просто в этот день вы будете очень много кого-то обсуждать, очень много о ком-то говорить. Ну да, у вас все стабильно пройдет. Вот для вас, Скорпионы, 14 февраля будет как обычный день. Ничего не будет вау, ничего о-о-о-о. Зимой сладкий. Боже мой, солнышко. Боже, он мне косточку положил в тапок. Зимой солнышко. Зимой мне косточку принес. Что это значит? Объясните мне, что это значит, когда косточку сына кладет. Зимой. Зимой, зимой, это будет зимой.
Косточку, подожди, мое солнышко. Ты боже мой. Копаешь меня? Нет, 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 мама сейчас закончит дела потом. Ёб-макарёк, солнышко, подожди. Так, скорпионы, рыбы, рыбы тоже поосторожнее, вы здесь тоже с кем-то это, трэш-контент устроите, пиздилку, я не знаю, пати на хате, блади-пати, что это такое? Что-то тоже какой-то трэш-контент, что-то все дерутся, блядь. Я не знаю, либо вы кого-то проревнуете, либо в этот день многие из вас начнут встречаться с людьми. Да, любовь, смотрите. У вас у единственных, блядь, на 14 февраля вышла любовь, рыба. У единственных. Реально какой-то романтик, реально какие-то знакомства, реально приятное времяпрепровождение, реально все вообще... Все должно большинство из вас пройти заебись, но я вижу, что вы что-то можете поскандалить. Вот из-за кого-то. Раки. Блять, вот я не знаю, вас ставить вообще куда. Радость и ликование, блять. Весело, задорно тоже проводите время. А что там у вас будет? Победа, блять. Я не знаю, вы, походу, у вас 14 февраля, как обычный день будет проходить. Там какие-то дела закончить, что-то там надо сделать будет. Вот вы все дела закрываете, заканчиваете, соответственно. Все прям успешно. И спокойненько идете, отдыхаете, весело, задорно, блядь. Ой, вообще, я в шоке. У всех все нормально должно пройти. Но вот у раков вы, походу, на какую-то реально классную тусовочку поедете. Вот, все, всех люблю. Пока.